Я думаю, что любая победа на таком уровне, как чемпионат мира, это весомый результат. И нужно признать, что победа немножко сгладила впечатление от домашней Олимпиады. Но я думаю, что у команды есть возможность все вернуть через 3 года, 4 года точнее, и показать, что российский хоккей, он ведущий, и он может конкурировать и на олимпийском уровне.